Десятки дольщиков в Караганде не могут вернуть свои деньги, вложенные несколько лет назад в строительство элитного жилья. Квартиры, в которые люди уже давно должны были въехать, до сих пор недостроены. По словам несостоявшихся новоселов, вернуть вложенные деньги не получается даже через суд. В ситуации разбирался наш корреспондент Вера Шеллер. Уже не первый раз дольщики комфортного дома пришли в офис к застройщику. Элитное жилье до сих пор недостроено, а вернуть свои деньги назад не получается даже через суд. Ирина Мануэлова мечтала о квартире, сделала первоначальный взнос и еще в течение года вносила ежемесячно по 150 тысяч тенге. Въехать в апартаменты должна была больше года назад. В результате многоэтажка недостроена. Ирина рассказывает, по договору в случае отказа компания была обязана сразу вернуть всю вложенную сумму. Нам выплачивают по 200-250 тысяч. У меня было только две выплаты. Они мне должны сейчас около 7 миллионов. Вот. Ну, соответственно, если также они по 200-250 тысяч будут выплачивать каждый месяц, свои деньги я буду ждать порядка 2-3 лет. Некоторые люди годами ждут, я слышала, годами ждут, не получают свои деньги. Многие подали в суд, но не получили возврат даже после решения суда. Строительная же компания от обязательств перед дольщиками не отказываются. Поясняют, с финансовыми трудностями застройщик столкнулся во время пандемии. Объекты недостроили, и в 2021 году 180 пайщиков потребовали возврат денег. На сегодняшний день ни для кого не секрет, в компании имеются сложности. Это последствия пандемии, где мы потерпели большие трудности. В прошлом году мы отработали порядка 900 миллионов по возвратам. На сегодня остаток возвратов составляет 200 миллионов. Выплаты идут очень сложно, и только по нотариальным надписям получается исполняется, и у тех, у кого уже судебное постановление вступило в силу. Непогашенным долг остается перед 60 карагандинцами. Вернуть все деньги застройщик обещает во втором квартале этого года. Вера Шеллер, Айнур Ракишева, телеканал «Атамикен Бизнес».